Всем огромный привет! Меня зовут Виктория. Сегодня я собираюсь вам рассказать о геймплее потрясающей игры Dragon Age Inquisition. Это одна из самых динамичных RPG-игр в жанре фэнтези, разработанная канадской студией BioWare. Релиз в Европе и России назначен на 21 ноября 2014 года. Игра начинается с того, что сразу на игрока сваливается множество нововведений, событий, огромный мир, требующий расследования Инквизиции. Почему Инквизиции, спросите вы, если еще вдруг не знаете, что это за игра, или если ни разу не слышали про нее? Инквизиция – недавно возродившаяся организация, целью которой поставлена задача искоренить демонов в землях Тедаса. И игрокам предстоит взять на себя эту ответственную роль. Это третья игра из серии Dragon Age. Обещает быть еще более захватывающей и интересной. Конечно, не обошлось без спецэффектов. Это коммерческий ход, присутствует в любой игре, но согласитесь, он действительно действует, иначе вы бы не смотрели видео новинок в таких количествах. Дориан Паус, Тевентерский магистр, отшельник, поддерживающий отмену рабства, первый присоединяется к Инквизиции, желая помешать своим соотечественникам пойти по пути зла в разгар войны. Мало того, что порождение зла атакует земли Тедаса, ситуация обострилась тем, что храмовники окончательно отделились от церкви, решив пойти своим путем. Круг магов перестал существовать, а сами маги превратились в бунтовщиков. Последствия Мора не прошли бесследно, в Орлее бушует гражданская война, а Тедас охвачен беспокойством со стороны граждан и беспорядком из-за войны и смуты, которая поселилась в Эрлдене. Что за портал открылся в Тедасе? Почему оттуда лезут монстры и драконы? Никто не может дать ответы на эти вопросы. Но ощущение, что кто-то управляет ситуацией извне, специально подталкивая мир хаосу, не покидает людей, и это их пугает гораздо сильнее. Чувствуя, что в ближайшем будущем такой поворот событий сотрет с лица земли как Тедас, так и населяющих его жителей. Мир снова стал открытым. Теперь карты станут настолько большими, что для эффективного перемещения понадобятся ездовые животные. В Inquisition вы можете посетить давно заброшенные места. Теперь никто не будет стоять у вас за спиной, пока вы обыскиваете древние руины и пещеры. Число квестов увеличилось, они стали интереснее. И в значительной степени улучшилось управление компаньонами. Все мы с нетерпением ждем Dragon Age Inquisition. Надеемся, что хотя бы половина из того, что нам рассказывают, будет правдой. Ну а с вами была Виктория Артгейм. Всем удачи!